Да, были такие моменты и не раз, но в основном это было связано не столько с потерей интереса или мотивации, сколько с потерей фокуса на том, что мне интересно вот в этом исследовании или на этой программе. То есть если, скажем, трудно человеку определиться с его специализацией или с исследовательским вопросом, тогда и трудно будет учиться, и все чаще будут такие моменты, когда просто не хочется учиться, потому что нет понимания, куда двигаться. Но как только есть вот это понимание исследовательского вопроса, понимание общей картины вокруг него, то есть это мотивирует, потому что человек этим живет и через это читает книги, через это строит отношения с сотрудниками, через это проповедует, то есть это становится частью его жизни. Поэтому наилучшая мотивация — это опять это понимание, которое связано с изменением меня как личности в процессе образования.